Здрасте. Ведем прямой репортаж с Днестра. Вот мы как бы уже расположились и пытаемся ловить сегодня таранечку. Но она почему-то сегодня плохо клюет. Вот. Снимаю, первая поклевочка была. Рыбку взяли. Где она валяется? В тазике. Вот такая вот мелкая таранька. Да мелкая. Отправляем ее в садочек. Это наш типа лагерь. Народу, как всегда, очень много. Тянет у нас профессионал. Профессионал таранечку тянет. Ну, сборы домой. Внизу карапа.